Прекрасно! Достал будет фабрики, я здесь рога пульнул, ловил один. На, 24-й, когда? На, 24-й, когда? Победа, ну и как? Победа! Победа! Прекрасное поздравление Владимировича Крапинца. Историческое, триумфальное, выдающееся. Безусловно, знаменательная дата в истории России. Именно в этот день, ровно 25 лет назад, с принятием декларации о государственном суверенитете, было положено начало кардинальным преобразованиям в стране. Они коснулись всех сторон жизни, политического и общественного устройства, экономического и социального укладов. Мы знаем, насколько сложным и драматичным был путь этих радикальных перемен. Какая воля, терпение, умение воспринимать новое потребовались всем гражданам страны на этом крутом историческом повороте. Россия не только с честью На сердце нет ни одного поколения наших граждан. Их можно смело назвать шедеврами. Эти произведения не только наше уникальное культурное достояние. Это история страны, написанная гениальным композитором, искренним патриотом нашей Родины. История живая, яркая, масштабная, глубокая и одновременно душевная, щедрая, нежная и светлая. Прекрасно! Прекрасно! Поддерживаем! Высшие награды, любовью и уважением.
народа России. Поздравляем Владимира Путина, лауреаты, победители по всем номинациям. Владимир Путин, Работоспособность и мощь работы Александра Николаевича поражают Шулин. За 20 лет он снял около 40 картин. Это художественные и документальные ленты. Все его работы содержательные, наполненные смыслами, размышлениями, глубокими, следующими выражениями. Каждый фильм отличает неповторимый авторский почерк и особая сабировская интонация. Зрители всегда ждут его заработки. И мы желаем Александру Николаевичу реализации задуманного и творческого выполнения. Широкое общественное признание получили творчество и благотворительные проекты «Чёрная луна» и «Инхамата». Одна из самых ярких, высокоодаренных актрис, она востребована и в театре, и в кино. Но многие ценят и любят Чулпана только за ее роли, за ее благотворительную деятельность. Основанный ею и актрисой Дина Корзун, фонд «Подари жизнь» завоевал абсолютное доверие общества. Его деятельность бескорыстна и предельно прозрачна. И это дает возможность привлекать сюда значительные финансовые средства, чтобы бороться за жизнь детей. Спасибо большое. Лауреатом государственной премии стала Тамара Михайловна Мильникова. 45 лет своей жизни она посвятила Лермонтовскому музею-заповеднику Тархана. Став его директором, приступила к воссозданию архитектурного и природного ансамбля усадьбы, применив смелые новаторские решения. Ее таланты, организаторы из ученого, позволили не только провести качественную реставрацию музея, но и создать эмоционально переживаемое пространство, в котором формировался характер и мировоззрение великого русского поэта. Прекрасно, поздравляю! Путин, Медведев, современный Лермонтов, Пушкины, победа велика! Поздравляю! И практику музейного дела России. Все высшие награды. Ордена, медали, кран, континент, Нобелевский премьер. Нобелевский премьер. Павел Честь России. Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, Героем России. Героем России. Работанные им жаропрочные материалы нового поколения превосходят зарубежные аналоги, что является весомым вкладом в поддержание мирового лидерства нашей страны в приоритетных областях технологического развития. Красно, поздравляем! Руководством Академии Кокаблова Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов вышел на позиции крупной инновационной структуры. Здесь проводятся успешные научные исследования, в том числе по созданию материалов и технологий для новейших авиационных двигателей. Развитию конкурентоспособности отечественной электроники посвящена и научная деятельность Геннадия Яковлевича Красникова. Вся его жизнь связана с Институтом молекулярной электроники и заводом «Микрон». Здесь он прошел путь от инженера до генерального директора, стал известным специалистом в области физики полупроводников. Научные исследования академика Красникова позволили создать передовые уникальные разработки в области микроэлектроники, которые успешно применяются в том числе для решения задач обеспечения национальной безопасности нашей страны. Прекрасно! Оборона России лучше в мире! Российская оборона! Благодаря Владимиру Путину и Татарчику Медведеву Героям России! Армия, ВДФ, ФСБ, полиция России лучше в мире! Ура! Победа! Метода технологического мониторинга, предупреждения и разрешения этнополитических конфликтов. Работа Валерия Александровича по исследованию этнокультурного разнообразия мира во многих странах включены в список обязательных для студентов литературы. Но особое значение они имеют для российской молодежи, для формирования и ее культурного, и исторического самосознания.
Коллеги высоко ценят энциклопедические знания, научную эрудицию и новаторские взгляды академика Пешкова. А его экспертные предложения были учтены при подготовке многих законодательных актов и концептуальных документов в сфере национальной политики Российской Федерации. Прекрасно, поздравляем! Поддерживаем! Поддерживаем! Каждый лауреат – это целый богатейший мир. Это яркая, неординарная судьба и уникальная личность. Но всех вас объединяет стремление идти вперед, работать с полной отдачей, достигать вершин профессии. И это вам в полной мере удается. Искренне благодарю каждого из вас и сердечно поздравляю с высоким званием лауреата Государственной премии Российской Федерации. Ура! Выше наградные грамоты имени святых людей Владимира Кречетина, святого Сергея Донского Маршала Жукова, Владимиру Владимировичу Путину, президентским сроком Путина Владимира Владимировича, 17-24 года Владимировича Путина, 15-24 года Владимировича Путина, самый лучший в мире тендем Владимир Путин или Анатольевич Медведев, лауреаты, победители по всем номинациям, мы назвали вас главным президентом, политик миротворцев, самым влиятельным президентом, политик миротворцев, защитником, самым ярким, гарантом мира стабильности в планете. Ура! Победа на века! Самые яркие звезды кино, литературы, живописи, тысячелетия, столетия, года, эпохи. Наша Россия! Владимировича Путина! Наша Россия! Наш президент! У нас силу, право, честь! Владимировича Путина! Владимировича Анатольевича Медведева! Лилию Александровну! Марию Владимировну! Екатерину Владимировну Путину! Светлану Владимировну! Лилию Медведеву! Сергею Семеновичу Собянину! Его свидетельство для Московского Союза Кирилл прекрасно благословил два президента Петрова Путина Владимира Владимировича. 24 года, все высшие награды Путин Медведев, героем армии ВДФ, СБ, полиция России, Госдума Совета Федерации, администрация президента, правительство России, лучшие в мире. Все россияне говорят на втором президентском сроке. Вы наши герои, Два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на порог председателя. Много счастья, здоровья, Дмитрий Анатольевич.
Прекрасно! Россия вперед! Россия вперед! Да. Да, Россия, армия России лучше умеет! Молодец, да! Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло. Людмила Игоревна. Мы всех поздравляем. С праздником Крещения Руси, ВМС. ВДВ. Алло, Вова, сегодня день Москвы, фото Крещения Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вова, поздравляю. Поздравляю с Крещением Руси. Поздравляю с праздником ВМФ, ВДВ. ВМФ и ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший президент Владимир Владимирович. Прекрасно. Россия вперед. Россия на века. Слава. Наша Россия, зачитай. Великая страна. Россия, армия лучшая в мире. Российская. Ура, победа. Россия вперед. Молодец. Молодцы. Елена Петровна. Елена Петровна. Дмитрий Петрович. Людмила Игоревна. Людмила Игоревна. Даже всех Марина. Петр Николаевич. Владимир. Мы всех поздравляем. Праздниками. Голосуйте за два президентских срока Путина Владимир Владимирович. 2012-2016 года. На пост Армия России в лучшем мире. Ура! Победа в века. Россия вперед! Thank you.
Радученька, когда ты молишься, чего ты, о чем просишь у Господа? Ну, я молюсь за себя, ну, за вашу. Так вот. За Путина, за его семью. Так. За то, что для меня. Еще другой Александр Иванович. За Машу, Катю, да? Угу. Потому что мы все очень любим нашего президента, нашу страну, да? Ну, хорошо, ну. Ты сейчас скажем, россияне, голосуйте за президента Путина. 23-4. Россия, Россия, голосуйте. Владимир Владимирович достоин высших всех наград.
И за него вся россияне дружно и все голоса свои готовы за Владимира Владимировича Путина всегда отдать. Россия единогласно голосует за президента Путина всегда. Он возродил Россию на века. И президенту Путину и слава, и ура! 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 Здравствуй, папа, я тут много пульно ладил один. На, бачер, ты когда? А уж ты тогда ладишь. Победа, ну и как? Победа. Прекрасное поздравление, Владимир Черненко, историческое, триумфальное, выдающееся. Безусловно, знаменательная дата в истории России. Именно в этот день, ровно 25 лет назад, с принятием декларации о государственном суверенитете, было положено начало кардинальным преобразованиям в стране. Они коснулись всех сторон жизни, политического и общественного устройства, экономического и социального укладов. Мы знаем, насколько сложным и драматичным был путь этих радикальных перемен. Какая воля, терпение, умение воспринимать новое потребовались всем гражданам страны на этом крутом историческом повороте. Россия не только с честью Сегодня это наши чувства. Мы вдохновляем граждан России на новые свершения, открытия, триумфы и победы.
победы, прекрасно. Они что, будем меня победителей по всем номинациям. Владимир Путин, За 20 лет он снял около 40 карт. Это художественные и документальные ленты. Все его голоса содержательные, но положительные слова, размышления, глубокие, следующие выражения. Каждый фильм отличает неповторимый авторский почерк и особая сабуровская интонация. Зрители всегда ждут его заработок. И мы желаем Александру Николаевичу реализации задуманного и творческого выполнения. Широкое общественное признание получили творчество и благотворительные проекты «Чёрная лиса» на Ильхамаке. Одна из самых ярких, высокоодаренных актрис, она востребована и в театре, и в кино. Но многие ценят ее любят Чулпана только за биологию, многоподобную блестящую и за ее благотворительную деятельность. Основанный ею и актрисой Гиной Корзун, «Подари жизнь» завоевал абсолютное доверие общества. Его деятельность бескорыстна и предельно прозрачна. И это дает возможность привлекать сюда значительные финансовые средства, чтобы бороться за жизнь детей. Спасибо большое. Лауреатом государственной премии стала Тамара Михайловна Мельникова. 45 лет своей жизни она посвятила Лермонтовскому музею-заповеднику Тархана. Став его директором, приступила
подход к воссозданию архитектурного и природного ансамбля усадьбы, применив смелые мастерские решения. Ее талант, организатор из ученого, позволили не только провести качественную реставрацию музея, но и создать эмоционально переживаемое пространство, в котором формировался характер и мировоззрение великого русского поэта. Прекрасно, поздравляю! Поддерживаю! Путин, Медведев, современный герман Пушкины, победа века! Поздравляю! Поздравляю! И практику музейного дела России. Все высшие награды. Ордена, медали. Красный континент, Нобелевский премьер. Нобелевский премьер. Слава честь России. Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, героем России. Героем России. Созданные им жаропрочные материалы нового поколения превосходят зарубежные аналоги, что является весомым вкладом в поддержание мирового лидерства нашей страны в приоритетных областях технологического развития. Красно, поздравляем! Под руководством Академии Кокаблова Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов вышел на позиции крупной инновационной структуры. Здесь проводятся успешные научные исследования, в том числе по созданию материалов технологий для новейших авиационных двигателей. Развитию конкурентоспособности отечественной электроники посвящена и научная деятельность Геннадия Яковлевича Красникова. Вся его жизнь связана с Институтом молекулярной электроники и заводом «Микро». Здесь он прошел путь от инженера до генерального директора, стал известным специалистом в области физики полупроводников. Научные исследования академика Красникова позволили создать передовые уникальные разработки в области микроэлектроники, которые успешно применяются в том числе для решения задач обеспечения национальной безопасности нашей страны. Прекрасно! Прекрасно! Оборона России лучшая в мире! Российская оборона! Благодаря Владимиру Путину меня получили в Медведеву, героем России, армия МВД, ФСБ, полиция России лучшая в мире! Ура! Победа! Метода этнологического